Так, вчера около 18 часов 10 минут возле дома 16 по улице Соколова-Соколенка водитель автомашины, предположительно Сузуки, совершил наезд на 13-летнего мальчика и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Также хотелось бы откликнуться свидетелей и очевидцев данного происшествия, сообщить о себе в дежурную часть управления госавтоинспекции по телефону 54 16 65,